Всем привет! С вами Егоров Артем и это продолжение курса по программированию на Python. В сегодняшнем видео у нас с вами речь пойдет о функции map. Здесь я в комментариях вставил вырезку из документации по этой функции и в ней написано, что функция map принимает, во-первых, функцию, а затем итерабельную последовательность. Напоминаю, что к итерабельным последовательностям у нас могут относиться списки, кортежи, словари, функции range, строки и так далее. То есть эти последовательности можно обойти в цикле for. И возвращаясь к функции map, результатом ее будет объект этого типа. Он представляет собой итератор, который вычисляет результат работы функции, которую вы сюда передали, на каждый аргумент из этой последовательности. И вот это мне нужно вам пояснить. На примере, вот у нас есть список А, и мы можем к нему вызвать функцию map, в которую передадим функцию ABS. Она, напоминаю, возвращает модуль числа, то есть отбрасывает знаки, и все числа становятся положительными. Ее мы с вами должны здесь указывать без круглых скобочек, то есть просто имя функции. И вторым параметром, кому мы хотим это использовать. И давайте все это сохраним в переменную B. И посмотрим, что нам выведется на экран, если запустить программу. И вот действительно видим, что B представляет собой объект map. Но чтобы все же нам увидеть этот результат, давайте вспоминать, что итератор представляет собой такую коллекцию, которую можно, во-первых, итерировать, то есть обходить все элементы этой коллекции в цикле for, а во-вторых, использовать функции, которые действуют над коллекциями, такие как, например, максимум, минимум, сумма и так далее, и также итераторы можно преобразовывать к другим типам, или, правильно сказать, другим коллекциям. И такой коллекции у нас, конечно же, будет список. Значит, вот эту вот всю функцию map я вворачиваю в вызов функции list. И тем самым наша переменная b теперь получается списком. И в нем мы видим, что все элементы теперь у нас стоят без минусов. То есть каждому из них поочередно применилась функция abs. Или, если объяснить более детально, то вот к этому списку получается для каждого элемента была вызвана функция abs. Давайте я Alt зажму, поставлю курсоры вот перед каждым этим значением и получается произошло это вот таким образом. Вот что делает функция map. Но, конечно же, эту программу можно было и написать другим способом. Давайте я напишу полный аналог этой программы при помощи генератора списка. Его я сохраню в переменной c, открываю и закрываю квадратные скобки. Здесь я обхожу все элементы нашего списка a, а в качестве выражения я вызываю функцию abs и применяю к ней поочередно все элементы из этого списка a. То есть это переменные i. И вот если мы с вами здесь выведем переменную c, то получим тот же самый результат. То есть вот эти две строчки по сути делают одно и то же но двумя разными способами. Но давайте я все-таки оставлю нашу функцию map и обсудим, какие функции мы с вами можем передавать в качестве первого аргумента. Как мы видим, в нашем примере мы передали с вами встроенную функцию. Но с таким же успехом мы можем передавать и функции, которые мы сами создадим при помощи инструкции def. Давайте здесь я создам такую функцию, назову ее f. И так как мы обходим список из чисел, то, соответственно, наша функция должна поочередно принимать каждое из этих значений. То есть принимать один аргумент. Ну и самое простое, что я могу здесь написать, это возвести каждое значение в квадрат. И теперь внутри map я теперь указываю название нашей новой функции f. Но не указывая ни скобок, ни аргумента. И выводя переменную b, мы с вами получим данный результат. То есть все числа возвелись в квадрат. И получается, сама функция map. Будет поочередно брать значение из нашего списка A, то есть первый возьмется минус 1, и оно передастся в функцию f в качестве локальной переменной x. И функция вернет вместо этого значения ее квадрат. Вот, это была единица. И то же самое произойдет поочередно со всеми этими элементами из нашего списка. При этом, если вы попробуете удалить аргумент из функции и запустите программу, то получите такую ошибку, в которой говорится, что вы обязаны передать именно один аргумент. И практически ту же самую ошибку получите, если укажете больше, чем один аргумент. Так что будьте аккуратнее. Наша функция в данном случае должна принимать только одно значение. Теперь давайте я в список занесу строки, чтобы рассмотреть еще один пример со встроенными функциями. Для строк вы можете вызывать тоже встроенные функции, которые они поддерживают. Одной из такой функций является len. Она возвращает длину строки. И теперь в нашем списке B окажутся длины каждой из этих строк. Здесь hello у нас стоит из 5 строк, hi из 2, good morning из 12. Здесь считался также пробел. Строки нам понадобятся для следующего примера. В качестве функции вы можете передавать не только встроенные и самописные функции, но и методы этих объектов. К примеру, мы знаем, что строки поддерживают метод upper. И чтобы его здесь вызвать, вы должны написать объект str. Он является встроенным объектом. И через точку называете метод. И здесь обязательно убираем с вами круглые скобочки. И запуская эту программу, теперь каждая строка вашего списка А превращается в строку из заглавных букв. И здесь вот обратите внимание, что мы вызываем функцию upper у объекта STR. Давайте я нажму Ctrl Alt L для форматирования. И рассмотрим следующий пример. Вы можете функцию map передавать также анонимной функции. Они создаются при помощи инструкции лямбда. Но здесь мы уже должны с вами указать, что наша функция должна принимать один аргумент. В этот аргумент будут поочередно присваиваться строки из нашего списка А. И здесь мы будем с этим аргументом делать следующее: Я беру его срез от начала до конца, но шагом минус один, и с тем самым мы получаем строку наоборот. Об этом всем я рассказывал в отдельном видео. Ссылки на них вы можете, как всегда, найти в подсказках в правом верхнем углу или в описании под видео. Итак, запускаем и видим, что наши строки развернулись в обратном порядке. И напоминаю, что все, что мы делаем с вами при помощи функции map, вы также можете сделать и при помощи генератора списка. Для этого в квадратных скобках мы обходим все элементы нашего списка A, то есть все наши строки, и они все будут поочередно поступать в переменные i, и значит перед фором я говорю, что i хочу развернуть, то есть беру его срез с шагом минус 1. Вот здесь если выведу c, то получим тот же самый результат. Итак, давайте C удалим, вернем B. В функции лямбда вы можете не преобразовывать строку, а добавить какой-либо символ в конец. Ну, например, к X давайте добавим в конец восклицательный знак. Запустим и видим, что в каждой нашей строке так раз добавился этот символ. Также мы можем строки с вами преобразовать к списку. То есть лямбду функцию я удаляю, а вызываю встроенную функцию ⁇ лист ⁇ И получается, что каждая наша строка разобьется на список в котором будет столько символов, сколько букв находилось в строке. И каждая буква будет являться отдельным элементом вашего вложенного списка. И все это у нас теперь находится в списке B. И давайте покажу еще один интересный пример. Мы в C присвоим список, в который используем функцию map. Внутри мы будем вызывать встроенную функцию sorted. Скобки я должен удалить. И получается над элементами нашего списка B. А элементами нашего списка B является вот этот вложенный список, затем вот этот и вот этот. И наша функция sorted, получается, элементы каждого из этих списков отсортируют в алфавитном порядке. И давайте в этом убедимся. Вот смотрите. Здесь пробел у нас поставился на первое место, а затем все буквы стоят именно в алфавитном порядке. И давайте с вами разберем еще один интересный пример. Чтобы считать целое число, вам необходимо написать int input. И давайте выведем то, что мы считали. Запускаем. И вот при вводе одного числа программа у нас правильно работает. Но если я буду вводить несколько чисел в одну строчку через пробел, то наша программа рушится с ошибкой. И все это происходит из-за того, что она не может преобразовать пробел к целому числу. И чтобы научиться считать именно такой формат ввода, то есть, когда у нас вводится много чисел в одну строчку, нам с вами потребуется функция map. Для этого я здесь оставлю просто input, то есть мы будем считывать с вами строку. Давайте вот этот я скопирую и продемонстрирую. Итак, вот у нас в S дублируется все, что мы вели. И теперь вспоминаем, что строку можно бить по разделителю. Это делает функция split. И по умолчанию она так раз бьет по пробелам. То есть она разрежет строку в тех местах, где находится пробел. И из каждого этого значения получится элемент списка. Давайте запустим и убедимся в этом. Вот, у нас получается список из строк. И все, что нам с вами необходимо теперь сделать, это применить каждому элементу этого списка в встроенную функцию int. Она преобразовывает к целому значению. И значит мы вызываем map. Первым параметром пишем функцию int. А вторым это будет наш вот этот список, который получается при помощи int.split. Если мы сейчас запустим программу, то увидим, что в нашей переменной s находится объект map. И чтобы это исправить, то есть преобразовать к списку, мы оборачиваем это в лист. Вот теперь вы спокойно можете вводить сколько угодно значений, и все они сохранятся в одну переменную s в виде списка. Давайте это продемонстрирую еще раз вновь на других значениях. И этот формат ввода вам потребуется, если вы будете решать задачки на таких сайтах, как ICMP, Codeforces и так далее. Там очень часто неопределенное количество чисел вводится в одну строчку через пробел. И, следовательно, вы тогда должны это сохранить все в виде списка. Вот таким образом. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами разобрали, что делает функция map. И узнали, что в качестве функции, то есть первого аргумента, она может принимать как самописные функции при помощи инструкции def, так и лямбда-функции, то есть анонимные функции, так и встроенные функции, которые нам изначально даны в языке программирования Python, так и методы могут также передаваться в качестве этой функции. Но о итерабельной последовательности вы уже знакомы были до. Итак, это все, в принципе, что я хотел вам сегодня показать. Если видео вам понравилось, обязательно не забывайте поставить лайки. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго!